Заткнись, паучишка! Я так просто не сдамся! Так ты не удивишь! Что ты видишь, Сюнин?
Ну вот опять. Привет, это Шон. Ребекка пытается найти какой-нибудь след. Надеется выяснить источник этих данных. Это не ДНК Эйвор, да? Вряд ли. И это не случайность. Кто-то хотел, чтобы ты это увидела.
Что случилось? Ты весь дрожишь. Око за око, сын за сына. Если наш должен страдать до конца своих дней, пусть страдает и его мучитель. Что? Что ты делал? Бедный мальчик упал так внезапно. Амела сразила его наповал. Как же горько рыдал над ним его отец. Как безрассудно. Тебя видели? Тебя узнали? Бека, как успехи? Пока никак. Тот, кто влез на наш сервер, проделал все с хирургической точностью. Загрузил данные и вышел прежде, чем кто-то успел заметить. Странно, так же Ребекка описывает нашу брачную ночь. Грубиянка, правда? Гастингс, отвали. У меня. Вот они. Thank you.
права была мама. Зря я раздвигала ноги. Ребенок на подходе. Есть тут повитуха, я тебя провожу. Обойдусь сама. Помоги мне подняться на тот холм. Дальше я справлюсь. Что? На вершину холма? И ты хочешь справиться в одиночку? Да! Я заползу на этот холм, даже если умру на нем. Если понесу тебя на руках, наврежу ребенку. Лучше поедем на лошади. Ты не обязан мне помогать, но спорить я точно не стану. Бросить в беде женщину на сносях было бы бесчестно. Почему тебе не помог отец ребенка? Потому что он божество. Мог, бог леса. Песни в праздник солнца. Ты и вправду легла с богом? Да, и что с того? Мария понесла Христа от касания бога. А бог Данов, говорят, спал с конем. Локи. И он был в облике кобылы. Тебя ведь не взял какой-нибудь бог-скакун? За нами идут. Постой. И он был в облике кобылы. Тебя ведь не взял какой-нибудь бог-скакун, верно? Нет, то был человек. Но я уверена, что это не простой смертный. Хоть я и не смогла увидеть его при свете дня. Дитя без отца. А, пусть растет здесь, подальше от города. Я ведь не замужем. Сколько будет сплетен? Сплю с богами лесов, живу среди зверей. Почему бы уж тогда не стать ведьмой? А ты что думаешь? А больше для этого ничего не нужно? Мы почти пришли. Можешь оставить меня на ступенях храма, если хочешь. А дальше я уж справлюсь. Если брошу тебя, ты истечешь кровью или пойдешь на корм волкам. Я помогу тебе родить, раз бог-любовник не придет. Ой, это вряд ли. Я ведь сбежала после нашей встречи. О, спасибо. Ты ко мне куда добрее, мои родни. Мы добрались до храма. Как думаешь, твой божественный любовник сможет нас найти? Меня обрюхатил не бог, а обычный, скучающий смертный, как и я. Вряд ли он захочет растить наше дитя. Ясно. Значит, мы займемся ребенком. Дыши глубже и расслабься. Потерпи. Я сооружу палатку. Ты отлично справилась. Здоровая девочка. Хорошо кричит. Как воин. О, девочка. Я не знаю, как называть воинов. Может, дадим ей твое имя? Малышка Эйвор. Эрмина, я везде тебя искал. Бран сказал, что ты убежала, и я перепугался. О, это значит... Так вот твой бог-любовник. Что-то он хлипковат. Бог-любовник? Это похвала моим умениям или просто оскорбление? Иди, Мок. Наши семьи никогда не одобрят этот союз. Так что, если не хочешь опозориться, забудь меня. Это уж решать мне самому. Плевать на позор, если нам остается только жить в лесной хижине. Пусть будет так. Домик в лесу вполне подойдет ведьме с дочерью. Yeah!
Так нравится стук камней. Его очень приятно слушать. Мне больше нравится метать их. Чтобы плеск и брызги. Смотри. Сигурд, прекрати. Видишь, как далеко полетел? Я силен, как великан. Как сами боги. Мой камень. Сигурд, ты же знаешь, что не стоит брать чужое. Мне рассказать твоему отцу, как плохо ты себя вел? Да пожалуйста. Он тебе не поверит. Поверит. А после кинет тебя в море и нальет мне полную чашу. Не дерзи.
Головня головне передать готово. Пламя от пламени. Так же идут между людьми мудрость и глупость.
Ты печален, Гуннар? Да. Мы со Свендом были добрыми друзьями. Знаю. Жаль, что я не смог проводить его. Свенда все любили. Верно. Но лучший способ почтить его память – не опускать руки. Ладно. Тебе ведь что-то было нужно, да? Дай взгляну на товары. А ты грозно выглядишь. Мне уже пора. До встречи, мой друг. Битва ждет тебя. Мне по... Ну...
Лети же, Сюнин. Для тебя. Что сегодня предложишь? Советую купить. Нет, правда? Я отложу для тебя немного. Только дурак это не купит. Я всегда рада с тобой торговать, Эй. И что, это все? Мне пора в путь. Приходи еще. Сволка, как у тебя дела?